Добрыми. Теперь я тебя буду спрашивать, ты будешь отвечать на мои вопросы, хорошо? Ага. Что такое дружба? Дружба – это красиво. А что значит дружба? Дружба. Это значит вот это? Нет. Что такое дружба, Добрый? Вот так делаем. Да? Точно? А у тебя есть друг? Да, Никита. А, ты с ним хорошо дружишь? И вы с ним вот так делаете? Нет, вот так. А Никита все так. А, классно. Что такое деньги? Деньги все будут делать. Что деньги будут делать? Покупать можно. А деньги это важно? Важно. А что можно купить на деньги? Шоколадку. А еще что? Игрушку можно купить? Игрушку. У тебя есть игрушки? Есть. Много? Да. Что такое любовь? Любовь? Да. Человек делает и залезает на дерево и на крышу. Любовь на крышу залезает? Да. И на дерево. Фига. А ты видел любовь? Нет, нет, нет. Это... Я видел, что залезают на дерево. Что такое злость? Вот это все страшно. Тебе страшно, когда взрослые злятся? Нет, страшно, что на сон приснятся. Страшный. Сон приснится страшный? Да. Фига. А тебе снился страшный сон? Да, уже снился. Про что? Фига! Как ты хоть выжил-то вообще после? Я не спал, вышел. Зомби в туалете я увидел. И зомби... Интересно, знаешь, что это? И там я подумал, что он зомби и схватил за руку. Класс! Что такое счастье? Солнце, когда это счастье? Да. Ты счастлив? Да. А что для тебя значит счастье? Счастье, когда я хороший. Счастье, когда ты хороший? Да. Что такое лол? Лол? Лол. Чего ты сказала? Что такое лол? И что это? А ты как думаешь? Лол? Лол. Лол. Лол, это значит смешно. Кто такая жена? Жена – это любят маму. То есть жена – это мама? Людей. Людей когда любят? Ага. Это которая на дерево залезает и на крышу? Нет. Жена – это любят людей. А кто жену любит? Детей, кто еще? А кто такой муж? Муж – это его папа. Муж – это... Его папа? Нет, моего. А твой папа – это муж твоей мамы? Да. А что такое свадьба? У меня папа же в очках. А мама? А мама? А мама тоже бывает в очках. Так, давай дальше. Слушай, что такое свадьба? Свадьба. Свадьба. Когда все побеждают. А что они побеждают? Что они делают-то? Гонки едут и велосипедом ездят. Класс. То есть это свадьба называется, да? Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Ксюши.